Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. И давайте сегодня мы с вами свяжем вот такой вот узорчик. Интересный, мне он очень понравился, когда я его увидела, и решила поделиться с вами, как связать его. Кажется, он такой замысловатый, но при этом вяжется довольно-таки несложно. И сегодня мы с вами его посмотрим. Если вам интересно видео такого плана, то оставайтесь со мной. Приятного просмотра. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео, интересные узоры и еще что-то. А мы с вами начнем вязать. Значит, давайте поговорим про то, сколько петель набирать. Значит, раппорт узора составляет 4 петли. Плюс нужно будет набирать 3 петли для симметрии. Значит, в данном случае у меня набрано 29 петель. Значит, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов по 4 петли. Это 24. Плюс 3 петли для симметрии 27. И я набрала 2 кромочных. 29 петель. Это что касается количества петель. По высоте у нас раппорт составляет 6 рядов. Набираем петли и начинаем вязать. Первый ряд. Кромочную снимаем, 3 изнаночных, лицевая, три изнаночных, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Заканчиваем первый ряд. У нас здесь остается 4 петельки. 3 петли мы с вами набирали для симметрии. Их мы провязываем изнаночными. И кромочную последнюю я провязываю также изнаночной. Закончили первый ряд. Разворачиваем вязание. Начинаем вязать второй ряд. Это будет изнаночный. Значит, первую кромочную снимаем. Дальше вяжем 3 лицевых. То есть здесь мы будем вязать петли так, как они будут смотреть. У нас 3 лицевых, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная. То есть провязываем петельки так, как они у нас смотрят. Где лицевые вяжем? Лицевые. Где изнаночные, будем провязывать изнаночные. Значит, это у нас второй ряд. Третий и четвертый ряд мы будем повторять первый и второй. То есть сейчас в третьем ряду мы будем вязать его как первый. Так, я закончила, да, вязание второго ряда. И сейчас третий ряд я вяжу так же, как вязала первый ряд. И здесь получается, что мы будем вязать так, как у нас смотрят петельки, опять же, да? То есть 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая. Вяжем до конца ряда, это будет у нас третий. И четвертый ряд мы провязываем так же, как провязывали второй. То есть мы разворачиваем и провязываем так же, как у нас будут смотреть петельки. То есть сейчас провязываем третий и четвертый ряд. Провязали 4 ряда. Вот так у нас сейчас выглядит наше вязание. И приступаем к вязанию 5 ряда. Кромочную, как обычно, снимаем. Провязываем 3 изнаночных. И теперь вот мы дошли до самого интересного места, где у нас вот здесь лицевая петля была провязана 4 ряда. Значит, смотрим, у нас 1, 2, 3, 4. Вот здесь вот самую нижнюю, в четвертую петлю мы вводим спицу, подхватываем ниточку и вытягиваем. Нам сейчас нужно будет здесь вывязать 9 петель. Одну вывязали петлю, сделали накид. Теперь смотрим следующую повыше петельку в следующем ряду, да? Вводим спицу, подхватываем ниточку, вытягиваем. Третье. Накид. Четвертая петля. Дальше смотрим следующую повыше петлю, вводим.
Раз, два, три, четыре, пять. Накид, шестая. Теперь вот верхнюю, здесь вот вводим, вытягиваем. Седьмая, восьмая петля. И девятую мы с вами будем вывязывать вот из той петельки, которая у нас на спице. Все, мы из этих четырех рядов, да, получается, вывязали 9 петель. Дальше 3 изнаночных. Все, раппорт у нас здесь закончился. Теперь вяжем, опять повторяем раппорт, 3 изнаночных. И снова пришли вот тут у нас из лицевых петель. Мы будем вывязывать, да, 9. Нам нужно будет вывязать. Опять же, вводим спицу в самую нижнюю петельку. Вытягиваем накид. Следующую повыше берем. Подхватываем, вытягиваем накид. Еще следующий ряд захватываем, накид. И поднимаемся выше, делаем накид и провязываем лицевой. Все, вот так это у нас сейчас выглядит. Дальше опять 3 изнаночных. И снова повторяем. Вот так вяжем до конца ряда. Заканчиваем вязать пятый ряд, да, вот здесь у нас последние петельки остаются, изнаночные 3. И последняя кромочная тоже изнаночная. Разворачиваем вязание, сейчас будем вязать шестой ряд. Это будет последний ряд раппорта. Кромочную сняли, 3 лицевых, 1, 2, 3. И вот мы здесь приходим, где у нас вот эти вот 9 петель, да, мы выбирали. Вот эти все 9 петель нам нужно будет за один раз провязать изнаночной. Значит, здесь нужно не торопясь, аккуратно. Так, можно даже, если кому-то неудобно, так, как-то снимать, то можно крючок взять. Нужно аккуратненько под все петельки. На камеру, конечно, это получается долго. Вот все петельки вот так протягиваем и вытягиваем. Изнаночная петля. Так, дальше 3 лицевых. И опять у нас вот 9 вот этих петелек. Нужно провязать изнаночной. Аккуратненько, не торопясь. Смотрим, чтобы подхватить все петельки. Опять 3 лицевых. И снова. Когда будете вязать первый раз, иногда кажется, как будто бы, ну, тяжело так, но со временем, провязав 1-2 раппорта, уже набивается рука. Так, 3 лицевых. Вместе изнаночной. И повторяем так до конца ряда. 3 лицевых, 9 вместе изнаночной, 3 лицевых. И последний раз у нас здесь 9 петель этих вместе изнаночной. Я немножко подтягиваю и заканчиваем. 3 лицевых вяжем, изнаночная. Все, мы закончили с вами вязать раппорт. Дальше повторяем с первого ряда. Я надеюсь, вам видео будет полезным. А всем большое спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всем ровных петелек. Всем пока. До новых встреч.